Всем привет! Сегодня на обзоре новинки от iHerb, это Fruit Infusions. Такие пакетики небольшие для того, чтобы их миксовать с водой и пить. Я попробовала вот этот вот с Lemon Cucumber и клубничный. Клубничный, конечно, беспотовный, а Lemon Cucumber как будто действительно пьете такую огуречную воду. Вот, в каждом 10 пакетиков. И что касается состава, здесь содержится органический сок лимона, лимонная кислота и натуральный ароматизатор. Вот, больше ничего. В клубничном содержится органический сок лимона, лимонная кислота и натуральный ароматизатор и так далее. И я нашла состав достаточно таким простым. И заказала с той целью, чтобы, например, вдруг, когда появляются такие простудные симптомы, чтобы не глотать что-то там, например, синтетическое, то можно принимать вот такой вот настоящий концентрированный лимонный сок. Вот, пьется очень легко, вкусно и прям появляется такой вот, как будто пьете какой-то лимонад. Вот, сахара здесь не содержится, как я уже прочитала. Глютен-фри, нет никаких искусственных подсластителей либо консервантов. Это очень круто. То есть можно пить на ночь, не боясь того, что сахар задержится в зубах или еще что-то, потому что я постоянно пью воду, и под кроватью у меня вот рядом со мной всегда стоит вода. Я могу ночью проснуться и выпить, потому что идет большая дегидратация организма во время сна. И если вы просыпаетесь, то обязательно пейте воду. Вот, классные штуки, но, наверное, пить каждый день как бы не стоит, а именно так, такой вот немножко иммуноповышающие средства. Вот, я буду только в этих целях его принимать, закину в шкафчик на кухне, если вдруг что-то появится необходимость, то буду использовать. Очень круто, очень удобно, можно с собой даже взять эти пакетики, закинуть в сумку или еще куда-то и пить. На этом все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите, я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных видео. Всем пока и до новых встреч!